Эй, Ксароду, привет. Алан Вейк, на удивление, был супер короткий. Он занял всего... Всего 5,5 часов. Но очень приятный. Невероятно приятная игра. Я не ожидал вообще. Тортил, привет. Не монстр, а кит Дракула. Что умеет кит Дракула? Так, он умеет чарджить выстрелы, это хорошо. Бегать он не умеет. Так. Пока что чарджить выстрелы нам не надо, да? О боже мой, о боже мой. Серьезно, ловушки из кослы. Ну, это... если что, это... пародия от самой Konami на Castlevania. Собственно, ну... Это молодой Дракула. То есть это даже не пародия, это скорее спин-офф. Очень-очень необычный спин-офф. Ну, это... По-моему, он не канон. Я знаю, что у игры две части. Это и сиквел на геймбою. Но вообще он управляется в супер лучше, чем сраные Бельмонты. Господи, это же локация первая из кослы, из первой. Так, а что внизу? Изна. Но вообще очень-очень хорошо выглядит игра. Блять, вот да раньше делали. Кстати, это же Konami тоже, она делала же Parodius. Parodius, это же тоже их. Бир, привет. Абсолютно с тобой согласен. То есть Konami тогда могла такие спокойно юморные проекты выпускать, которые стебали ее же серии. Это... Так. То есть мы уже были в начале. Мы... Это у нас этот... Часовая башня. Мы уже прошли через два уровня оригинальной кослы. Ай. Да. Просто Parodius, он, по-моему, чуть ли не популярнее, чем Gradius стал. Если я не ошибаюсь. Вот это зачем здесь? Просто так. Это прямо как в Rondo of Blood! О боже мой. О боже мой. Так.
Почему я на него дрочу? Я на него не дрочу. Он просто у меня куплен. Рано или поздно я в него поиграю. Вот вы все не хотите поиграть в Metal Gear Survive. Ой, блядь! Да, только волшебник. Тут они со стон вырезали в этой версии игры. Homing spell. Нихуя себе. Амидакуджи. Чё Амидакуджи? Which will it be? Чё? Рулетка, Ганкан, Гарабон, Джабенджоп. Чё? Что это значит? А, это... Слушайте, так они бесконечные, что ли? Слушайте, это, если что, это убивает весь челлендж этой игры. Ну, пока челленджа не было, но если он появится. У меня спредшот, который самонаводящийся. О, боже мой, я убил ведьмочку. А, ладно, они меня атакуют. Мы теперь в Мегамен попали или что? Я не понял, они яйцами в меня кидались или что? Ладно, видно, игре хуёво, конечно, здесь. Игра лагает, конечно, сильно. Вейт, шарами? Да что, ты смотрел на птицу, да, на птицу? Я вчера очень устал после стрима. У меня сегодня температура 35,5 была утром. Я не понимаю, что за херня. Только недавно у меня была 38,5, теперь у меня 35 с копейками, блядь. Чё это? О, нет. Что это сейчас было?
Да. Ну, справедливости ради, это просто ведьма из Castlevania, но... еще не подросшая. Посмотри ведьму из... Орёв Сору, по-моему. Лаборатор, привет. Код Вероника после этой игры. Так, пробуем то же самое, но не сосем, да? Блин, я опять проглядел. Я тоже не смотрю на шар, извините. Нет, SNES не может в Соника. Не может, не может. Это магия Konami, и то она тут работает, видите, с трудом. Слушайте, ну это оружие слишком имбовое. Это не СНЕС. Так. Давайте другое попробуем. Я опять на А попаду, да? Я не люблю А. Гарапон. Так, три монетки. To spin the wheel once. Fingers crossed. Так. Раз, четыре. Найс. Мне это больше, чем рулетка, нравится. Sega начала рассылать какие-то стримерам карточки для того, чтобы они посмотрели Video Game Awards. Там что-то будет от Sega крупное, походу. Так, ну чё, уже третий уровень. Ну в чём прикол бомбы? Возможно, они супер игру покажут. А, я что, под воду иду? Я не хочу под воду. Я под воду? Ай. Thank you.
Нет, его нельзя убить. Огонь нельзя убивать. Что за хуйня? Бля, Бир, наконец-то. Мне кажется, ли Кит Дракула сказал что-то непотребное сейчас? Не, слушайте, ну вот с этим оружием невозможно будет умереть вообще в этой игре. Не умереть, а проиграть. Я не знаю, зачем мне другое оружие. Блять, а вот это мерзко. Это я не знаю, зачем взял. Ладно, третий уровень уже такой, как бы, доставляет немножко проблем. Каплюшечку. Блядь! Спасибо, Бир. Спасибо. Спасибо, блядь. Я не испугался, кстати. Если чё. Ладно, возможно, против боссов она не очень действует. Господи. О, боже мой. Эй, XN9, привет. Хороший вопрос. Это рулетка. Я не люблю рулетку. Твой лак. Две медальки за одну медаль. Чё? Я не знаю, как это работает. Thank you.
Смотрите, как плохо эта игра... Ну, не то чтобы как плохо эта игра работает, как тяжело ей работать на NES. Пипец, конечно. Окей, я жизнь просрал, да? О, господи. Тюлени с бомбами. Это что была? Это была... Это утка была или что? Я уже ничего не понимаю. А, тут все-таки есть чекпоинты, отлично. Я думал, здесь на уровнях нет. Это женщина в пальто? Очень странные условия, блять. Да ладно, серьезно? Bullshit. Не, ну, извините, у вас когда шипы вот в таком количестве, это что-то неправильно сделано, нет? И они ваншотают, то есть это смерть. На Ренмаре нихуя нет. А какие вы тюлени? Вы о чем, люди? Так, все очень плохо. А, все нормально. Мачан? Это имя для всех кастельвановских? Это еще что? Это для всех кастельвановских ведьм? Или только для этой?
О, боже мой, это... Это же этот босс из... Какой кослы? Из третьей? Из... В Rondon of Blood этот босс есть. А, именно такие Дракула. Ice Spell. Куда мне больше-то заклинаний? Вы, народ, вы чё? А зачем оно мне? Рулетка, как я понимаю, самая стрёмная. Но у меня есть летучая мышь. Короче, Кит Дракула пустился во все тяжкие. Надеюсь, она выглядит... Арт, я имею в виду, выглядит хорошо. Концепт-арт. Вот это. О, господи. Нет, мне больше Спайдлермен. О, боже мой, блядь. О, господи, блядь, это... Ах. Канами, ну господи, почему? О боже, ну конечно. Тут все есть. А, просто Спайдермен, ну ладно. Я не буду рисковать. Блять, надо было рисковать. А вообще есть артбук под Кит Дракуле? Или, наверное, это вряд ли что-то подобное есть? Ну, не артбук, а вообще набор арт. Надо будет потом полазить. Yep.
У нас автоскроллер. Отлично, гениальные. О боже мой, о боже мой, у нас Джейсон. И даже не один. Я жизни потратил, вообще пипец. Уровни усложняются. Сейчас, извините, мой телефон издал странный звук. Мне надеюсь, перед боссом дадут джиску-то, потому что я ее заслужил, мне кажется. О боже мой! Welcome, kid. I'm the boss of this city. Lady Liberty. I abhor violence. So let's fight on my quiz show. О нет, 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 нет. Так, правила простые. Кто первыми правильными ответами победит. Ты теряешь сердце, если ты проваливаешься. Оу. Так. Так, нажми этот, когда знаешь ответ. Какая стран... В какой стране? А где ответ это? Wait. Что? Понятно, извините, да, я понял. Немо. Погодите, почему волшебник слева сидит? Какого хера? Здесь Shadow Moses. Так, я не знаю, честно говоря, я Гуам не знаю, где находится. Гавайи или Гуам? Что здесь делает Shadow Moses? Так. Нет, Гуам, значит. Да, этот уровень будет тяжким.
Не, ну если я не знаю, то я не знаю. Я Гуам не знаю вообще, где находится. Но то, что среди ответов возможных был Shadow Moses, мне понравилось. Может, стоит вообще даже зафакапить несколько ответов. Ну ладно, не будем так делать, но... Но подозреваю, что там есть интересные варианты. Блять. Не, ну это гениально. Собственно, это такая маленькая игра, видно, что не особо напряжная. Но просто она так изобретательно сделана, охренеть. Это нельзя сбросить, да? Вот ты был на предыдущем, это я проиграл, ты на предыдущем был? Сейчас я, наверное, зафакаплю вопрос. Я хочу следующий посмотреть. Чё? Блять, это не я выбрал. Я не успел нажать. Так, стоп. Где она живет? Откуда она была? Аригато, Shadow Moses. Это шестой вопрос. Down. О, боже мой, серьезно? Ну, это... Не, гениальная игра, гениальная. Я потом обязательно арты по ней посмотрю. Мне интересно на Леди Либерти посмотреть. Блять, опять рулетка сра... А, нет. Ну, Ганкана у нас не было еще, да? Wait, what? Какой цвет мы прячем?
что они имеют в виду? Блять. Ладно, это... Это интересно. У Кит Дракулы была интересная жизнь. Блять, надо скриншот сделать сейчас. Надо было кучу скриншотов здесь сделать. Так, кажется, здесь не работает мой хоминг. Ладно, это я сам виноват. Надо потом обязательно будет вторую часть поиграть. Вообще я могу, наверное, летучую мышь перелететь. Ладно, вот это немножко сложновато. О, нет, 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 нет. Этого я не ожидал. Здесь больше камней. О, боже, что происходит? Thank you.
White Blood? Или это еще не все? Мне ничего не дали за этот уровень, кстати. Да пойдем по первому пути. Энанджело, привет. Так. Вот это мне больше всего понравилось. Тут, мне кажется, проще всего набить жизни. Вот. Вот. Ага, все-таки мне здесь нужна будет хоминг. Окей, они решили прибавить сложности под конец. Блять. Так. А если я up, up, down поставлю, кстати? Блять. Нет! Что мне здесь делать-то, блять? Он здесь не работает. Зачем мне тогда он нужен? Я уже потратил 6 жизней здесь, кстати. Если я славлю гейм овер, я буду так ржать сейчас, блядь. То есть нет, ржать я не буду. Она здесь не работает, мышь тоже. Бля, чё, вот здесь что делать? Thank you.
Может, я что не вижу там, блядь? Да, там надо просто подождать чуть-чуть. Мне надо сбивать ракеты. Окей. Да, да, да. Я не ожидал такого вообще под конец. Вся игра была абсолютно не напряженной до этого уровня. Такое ощущение, что там платформа, когда она в самом низу, она пропадает из-под моих ног, потому что когда она близка к низу экрана, я уже не могу с нее спрыгнуть. Такое ощущение, как будто он на месте там как-то глючит, что ли, я не знаю. Знаете, не, мне хоминг, наверное, нужен только в одном месте. Ну, да, часовая башня, она, конечно... Часовая башня унижала! Просто здесь игра до этого вообще не просила тебя вот по такому платформинге. И причем она мне дала две платформинг абилити, и она не дает мне ими пользоваться здесь.
То есть в тех же каслах, если у тебя проблемы с платформингом, ты можешь, ну, немножко себе помочь за счет Лукарда, например, пролетев в третьей касле там дохерища всего. О боже мой, вот эта ракета, ёбаная ракета, ну как? Вот её нельзя обойти. Она рандомно появляется. Ну вообще, надо было сбивать её, да. Но там, я не знаю, бля, я сбился. Все, я потерял уже. Наверное, я не успею. А хотя успел, нет. Вот, сейчас она в другом месте, блядь, а я стрелял вниз, сука! Самое обидное, что я потерял апгрейд здоровья, ну да ладно. Уже не важно. Опять я здесь я и в прошлый раз здесь умер. О боже мой! Надо там ближе подходить к краю платформы, чтобы не удариться головой о нее. О. Там главное не спешить. Не спешите, сам спешу. Thank you.
Бля, Грамот выглядит как Сарамага. Так, чекпоинтов нет перед боссом. Так. Как его бить, я не понял. Единственное, что я могу придумать, это прыгать постоянно и пускать хоминг атаку. Это единственное, что мне приходит в голову там. Или бомбами его закидывать, кстати. Бомбы должны против него хорошо работать. Thank you.
Wait, у нас еще? У нас, кстати, Ди, по-моему, так и не было, да? Или было? Не было. Вот. Это еще не все? Серьезно, это был не последний уровень? Это был не последний босс? Wait, это у нас... Это пародия на Марио 3? Это корабль Баузера? Спешил немножко, окей. Это еще что за роботы на кораблях? На воздушных кораблях, господи. Я правильно пошел. А дальше что? Ладно, я не ожидал, что здесь так много уровней на самом деле. Это какой уровень у нас по счету уже идет? И кто может стоять за тогда этим хером? Опять ты, блядь, мужик. Что ж такое-то? О, боже мой, серьезно.
О, это отсюда. Так. О боже мой, серьезно, серьезно. Что произошло с последним уровнем? Последними уровнями. Ладно. Игра оказалась чуть сложнее, чем я думал. Я сейчас отъеду, блядь. Мне жизнь нужна срочно. Апгрейда здоровья так и не было, кстати. Ладно, до сюда мы дошли очень быстро, это радует. А, будет сейчас. Сейчас будет, да. Конечно, я теперь даже не знаю, я думал, игра кончится уже. Уровень назад. Жуть. Чё, босс файт? Это еще что?
Куда ему стрелять-то? Где у него? Где у него слабое место было? Наверное, бомбы нужны там. Бля, пиздец, как далеко назад идти. Ебать, колотить. Игра, конечно, не любит чекпоинты вообще. Может быть, не up and down надо было использовать и бить его по лицу? О боже мой, откуда вас здесь до этого не было? Да нет, тут просто такой скачок сложности. Я бы не сказал, что прям сложно. То есть это уровень какого-нибудь среднего Мегамена, да? Но... Да, у него... А. Окей. Мужик всегда был лысым, или он сейчас стал лысым? Они издеваются? Нет. Я didn't enjoy it. Вот. Что это было? What? Окей.
Ну, по-моему, я его вообще задамажить не мог, нет? Охуенно. Может быть, стрелять по нему, когда он надо мной пробегает? Нет. И не вниз. Айс? Да, айс его дамажит. Еще раз, как я это должен сделать? Вася, что тебе надо? Что ты говорил? Я не видел, чтобы ты что-то писал. Блять, я из-за тебя жизнь потерял. Молодец, блять. Мне не нравится последний уровень вообще. Блять. Так, то есть, а мышь здесь не подходит. Охуенно. Только up and down. И при этом там враги, которых я не могу перепрыгнуть. Мне надо... То есть мне там надо танковать дамаг или что? Это тупо. Да, я не знаю, я просто в шоке от того, насколько здесь резко сложность поднялась. То есть не чуть-чуть там, буквально постепенно. Просто у нас идут миллион легких уровней, и потом внезапно два каких-то пиздецовых просто.
Так, вот сейчас я даже не... Я вот сейчас не знаю, что делать. То есть первого краба мы выпилим, окей. Дальше, дальше вот сейчас идет чисто удача. Я перепрыгивать через краба не могу, так? Пиздец, это серьезно? Это один уровень! Это все один Если бы я не словил бы Game Over, конечно, да. Но печально, все печально. Я просто даже не знаю, что как... Это пиздец. Как с тремя жизнями это пройти? Надо научиться вот этого босса убивать, не теряя жизни вообще. Вот это место надо пройти, где ебучие крабы на время. И теперь, наверное, хоминг. Я не знаю, вот здесь я вообще не знаю. Thank you.
Это Мегамен? Мне жизни дадут? О боже мой, блядь. О боже мой, блядь. Это пиздец. Ни жизни, ни апгрейда, ничего. Вообще ничего. Это сейчас такой булшит был. Это просто пиздец. Какого хуя они меня дамажат, когда я даже до них не дотрагиваюсь? Ну ёбаный в рот. Нет, сейчас нет. Я сейчас не успею, нет.
так хорошо шел, блядь. Ладно, он гораздо проще пока что, чем я думал. Да-да-да. Да тут сложность мегаменовская пошла. Это пиздец. Тут на этом уровне нет чекпоинта. Вообще нет чекпоинта. А, это еще не все? О боже мой, это еще не все. О боже мой, этот уровень еще не закончился. О боже мой. Мне на секунду показалось, что он будет делать что-то другое. Он стал... Он по-разному рот открывает, что ли, или что? Блять. Я сейчас попадаю? Бля, не... только не дай бог еще форму. Thank you.
О, боже мой. Так вот, как он стал темным лордом. Мне дали чего с I am King. О, ладно, последние два уровня были что-то совсем жесткие. Но интересные. Так. Слушайте, зря они эту серию не дали, не стали дальше развивать. Окей. В общем, я тогда минут через 15 вернусь с... Resident Evil Code Veronica. Всем спасибо и всем пока.